Не паникуй. Хагрид, это ты? Мы друзья Хагрида. Арагог, верно? Да. Хагрид никогда раньше не присылал чужих в нашу пещеру. Он в беде. В школе нападают на учеников. Все думают, что это Хагрид. Они считают, он открыл тайную комнату, как раньше. Это ложь. Хагрид никогда не открывал тайную комнату. Значит, не ты тот монстр? Нет. Монстр родился в замке. Я попал к Хагриду из далекой страны. Меня привез путешественник. Гарри! Тихо. Но если не ты, монстр, кто тогда убил девочку 50 лет назад? Мы не произносим его имени. Это древнее чудовище, которого мы, пауки, боимся больше всего на свете. Но ты видел его? Я не видел в замке ни единого уголка. Кроме ящика, в котором меня прятал Хагрид. Девочку нашли в туалете. Когда в ее гибели обвинили меня, Хагрид перенес меня в эту пещеру. Что? Что ж, спасибо. Мы, пожалуй, пойдем. Пойдете? Не думаю. Мои сыновья и дочери не трогают Хагрида по моему приказу. Но я не могу отказать им в удовольствии полакомиться свежей плотью, которую так любезно пожаловала к столу. Прощайте. Теперь паниковать стоит. Заклинание знаешь? Одно. Но его силы не хватит против них. Гермионы сейчас не хватает. В машину! Сматываемся отсюда. Быстро! Жми на газ! Быстрее, быстрее! Передача заела!